Ребята, всем большой-большой привет огромный. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии. Подписывайтесь. Смотрим, что будет дальше. Все интересно. Сегодня блюдо такое праздничное. Замечательное. Сегодня сочельник. У меня такая праздничная запеканка с грибами, с мясом. Очень вкусная, ароматная. Вот посмотрите на нее. Вот она в такой форме была. Смотрите, разрез. Держит формочку. Чуть-чуть может. Очень вкусная, ароматная. Кому интересно, смотрим дальше. Ребята, и делаем такую праздничную запеканочку. С мясом, с грибами. Сегодня праздник. Я решила сделать такое блюдо. Не очень трудно. Просто и будет красиво. Один секрет в нем. Мы добавляем два яблока. Вот у нас два яблочка здесь. Мелко порезанные. Отправляем отдельно пожаренные. Луковичка. Две. Отдельно пожаренные грибы. Три яйца. Куриные олени, мяско, уже отварное, разделенное, 4 штучки. И сейчас мы все это дело будем заправлять. Все перемешиваем. Такая масса народная, ароматно. Все жарилось по отдельности. Грибы отдельно, лук отдельно, немножко отваривались. Смотрите, какое блюдо. Яблочко дает такую кислинку. Все хорошо. Поперчили, попробовали на вкус, посолили. Теперь вот это все вылаживаем в форму для выпечки. Высыпаем прямо. Довольно хорошая порция получается. И все распределяем. Смотрите, какой набор здесь классный. Ой, я немного захрипла. Смотрите, какая красота. Грибы. Вот такими большими слайсиками надо жарить, чтобы было крупно порезано. Уплотняем. Яблочки еще дадут сок. Очень вкусно. Даже можно так уже есть. Продукты очень хорошо соединяются. Вот, смотрите, как хорошо все видно. Мясо куриное. Такое блюдо не очень равномерно распределяем, чтобы одинаковое было. Теперь, ребята, заливочка. 400 грамм сметаны, 300 можно. Хороший пучок зелени. Укропчик, что у вас есть. 4 зубчика чеснока. И ложка муки. Вот такая у нас получается заливка. Сейчас мы ее распределяем. По всему.
раз. Распределяем по всей поверхности эту нашу сметанку, заливочку. И сейчас где-то грамм 150 сверху сыра. Духовка включенная. 180, 190, 200 сгорит. И нам только запечь надо, потому что все уже готовое. Смотрите, какая красота. Сейчас добавим сюда сыр. Ребята, и посыпаем мелко натертым сыром. 150, как кто хочет, можете 200. До румяной корочки сейчас мы будем. 150 даже меньше можно. Смотрите. Духовка разогретая. До корочки. Ставим в духовку. Ребята, запеканочка готова. Посмотрите, какая она красивая. Смотрите, какая ароматная. Смотрите, какая она в середине. Сбоку. Смотрите. Какая вкуснятина. Попробуйте. Ничего сложного. Нет, ничего абсолютно. Радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. С праздником. Всем пока-пока.